Всем, друзья, здравствуйте! Сегодня готовим куриную грудку в лимонном кляре. Что для этого нужно? Вот так порезать на полосочки курочку. Это у меня здесь две грудки. То есть от двух куриц две грудки. Без кожи, без костей. И приготовить лимонный кляр. Здесь у меня два яйца, приправа, 4 столовых ложки лимонного сока, 2 столовых ложки растительного масла и 3 столовых ложки муки. Все это нужно перемешать и будем заливать нашу курочку. Вот так это получилось. И теперь мы этот кляр переливаем в нашу грудку. Перемешиваем и даем постоять хотя бы минут 30. Перемешиваем. Оставляем промариноваться. Приступаем к жарке. Вот так укладываем и жарим до готовности. Ну вот такая красота получилась. Очень вкусные, сочные. Ну, я бы их назвала палочкой куриной в кляре. Замечательное блюдо. Готовьте на здоровье. Всем пока, друзья!